Здравствуйте, меня зовут Евгения. У нас с мужем магазин Top Market в городе Улан-Удэ. Продаем различные гаджеты, аксессуары, ну и популярные новинки. Почему мы установили ЮДС? Мы всегда в работе старались поощрить, поблагодарить своих покупателей и предоставляли скидки, ну, от 5 до 10%. Все это нас устраивало, взаимодействие с ними происходило через Инстаграм, объявляли какие-то розыгрыши, распродажи, акции и так далее. В какой-то момент четко осознали, что нам не хватает цифр. Какое у нас количество клиентов, какой средний чек, возвращаются ли они к нам снова, как часто они у нас совершают покупки. В общем, и хотелось еще дополнительного инструмента, чтобы вот с ними взаимодействовать, допустим, о каких-то там распродажах, каких-то горящих акциях. То есть искали что-то вообще, что нам может подойти. Сходили на презентацию в компанию, нам очень понравилось. Наглядные живые примеры нас вдохновили, и, конечно же, мы решили не откладывать. И вот в мае мы подключили UDS у себя в магазине. Активно сразу с первого дня вовлеклись, поработали с персоналом, наша база растет, мы теперь видим цифры ежедневно, сколько у нас добавляется новых клиентов, мы с радостью рассказываем об этой программе, учим, скачиваем вместе с ними приложение, все-таки оно дает очень много бонусов как и предпринимателю, так и, конечно же, просто как обычному покупателю. Дополнительные скидки, накопления и так далее, не нужно разрабатывать какую-то свою собственную программу, либо устанавливать на телефоне миллион разных от разных магазинов. Это очень удобно и позволяет взаимодействовать с клиентом, отправить сообщение, начислить баллы, поблагодарить его, провести какую-то акцию и, конечно же, быстро вот в режиме онлайн провести какую-то распродажу и уведомить о ней своих клиентов. Поэтому обязательно подключайтесь, всем рекомендуем. Это очень успешный вообще инструмент для продвижения, для роста продаж и больших чеков. Спасибо.